Всем здорово, пацаны, с вами Эван. И да, это не кликбейт. И CCD в реалии конец. И давайте про это поговорим. Погнали! Хоть это все и давно уже всем известно, но я вам тоже хочу это рассказать, поделиться своим мнением, так сказать, сесть в последний вагон поезда хайпа. Некий разработчик сервера CCD Planet ушел из него по непонятным нам причинам. Может быть, поссорились, может, ему надоело. И буквально через неделю-две появляется новенький проект под названием RCCD Planet. Да-да-да, вы видите, что они даже не изменили название картинки, название сервера. Не картинки или что-то подобное. Это можно объяснить маркетинговым ходом. Так как много ютуберов снимает CCD, то у всех игроков на слуху CCD идут RCCD. Что-то интересное, не так ли? Ну, короче, да, он открылся где-то месяц или полтора назад, причем только один сервер с онлайном 500 из 500. Один сервер с онлайном 500 из 500. Чем даже не могут так похвастаться другие сервера, да. При заходе на сервер вас встречает меню регистрации, все как в оригинале, только все красные. При заходе на сервер вам ничего не дают, только при вводе бонус, /бонус, вам дают 35 миллионов рублей. Что могу сказать про этот сервер? Топ сервер, конечно, это же все-таки CCD, батя всех NTA-серверов. Также открыт сайт, который не похож на CCD. Давайте поговорим про донат, так как на RCCD он уже тоже присутствует. На официальном сайте CCD 1 рубль 5000 рублей игровых. А на RCCD 1 рубль равен 1 миллиону. Разница огромнейшая. Также не забудьте про официальные кланы, федеральные номера, которые стоят по 150-300 рублей. Хорошо, хоть админка не продается. Новому новичку CCD, которому лень работать, он же, конечно, пойдет сюда, ведь здесь дают бонусы, это в точности тот же сервер. На этом рано или поздно настанет конец, так как у многих игроков то, что они хотели, уже будет. Всем это надоест, так как смысл всей игры теряется, все будут ездить на дорогих авто и т.д. Дешевые тачки попросту теряются, экономики пипец, из-за того, что цены на дома и бизнесы превышают более 1 миллиарда. И многие игроки без доната не могут этого позволить. Стоит ли поиграть? Я думаю, можно с друзьями развлечься, немного не более. Ну а чтобы вернуть игроков на CCD, им надо будет сделать пару масштабных обновлений, которых никто не делал, заманить чем побольше ютуберов, как это делала Аризона в Самбе. И тогда, я думаю, все получится. А про RCCD, я думаю, долго он не переживет, максимум месяцев 5 не будет. На этом все, напишите свое мнение в комментариях. Ну а с вами был Эван. Ставьте лайкос, подписывайтесь на канал. Всем удачи и всем пока.